Ну что, у меня, как обычно, вода с утра. Смотрю, кружечки уже пора почистить. Особенно кофе, да? Немножечко кружки наши, так это налетик добавляет. В общем, мы сегодня с утра уже погуляли. Секунду. С утра уже погуляли. Пошли навестить нашего папу. Я у него там классную куртку приглядела. Новый товар пришел. Обалденная просто. Одежда хоть у нас там и мужская, но она вот этот стиль, милитари, военный стиль. Он предполагает, что как бы унисекс. Вот. Ну, вообще, обалденная куртка для прохладной погоды. Она не промокайка, не продувайка. И в то же время внутри не жарко в ней. Так вот, я, естественно, напялила эту курточку свою, в которой пришла, оставила там. Думаю, завтра буду на работе, и я ее как раз назад принесу. Ну, потому что с собаками не очень удобно еще с пакетом нести, идти. Приходим сюда, прям к подъезду. Собаки счастливые, что домой, потому что тоже голодные. И я понимаю, что я из куртки вытащила все. Кулечки для собачек, да, телефон. Ну, не ключи от дома, представляете. Побежали опять мы на работу, взяли ключи. Вот только что пришли домой, собаки уже поели. Сейчас еще им пекинскую капусту порежу. Моя еда греется. Но первым делом пью водичку. Вот такие вот приключения с утра. Дурная голова ногам покоя не дает. Ну, с другой стороны, зато зарядочка. Пришли там в два раза больше, чем планировали с утреца. Но, правда, второй раз мы прям бегали, потому что у них уже никакого настроения. Я и сама голодная очень. Поэтому бегом рысцой или трусцой рысью. Вот так вот, вот напутала. В общем, голова не варит. Мой завтрак. 250 грамм горбуши, но... Понятно, что там еще кожа, кости, это все отминусуется. И пекинская капуста 150 грамм. Что хочу вам рассказать. Сегодня третий день у меня, да, повышенная калорийность. Ну, еще не ела, только вот сейчас решила приступать. Так вот, казалось бы, можно порадоваться, да? Можно побольше ведь кушать, чего-то там еще добавить. Но, девочки, это очень вообще-то непросто, оказывается, когда ты больше года ешь вот на такую калорийность, и тут тебе надо добавить. Я вчера ела 7 раз. 7 раз. Это я не считаю, что это нормально и правильно. Получается, по часам это практически каждые 2 часа. Но это нехорошо. Это нехорошо. Поэтому немножко я перелопачиваю свой план в том... В общем, надо, я так понимаю, у меня еда очень низкокалорийная. За счет этого приходится есть часто. Вот. Порцию увеличивать я не хочу. Я не хочу опять растягивать свой желудок. Поэтому надо немножко калорийности в блюдо добавлять. То есть более высококалорийную еду кушать. Ну, вот как-то так. Не знаю, буду пытаться. Это понятное дело, что все это сейчас методом проб и ошибок, эксперименты. Но вчера и позавчера я вам скажу, что было мне очень тяжело дышать. Я просто постоянно... Ну, как будто, знаете, постоянно вот такое чувство, что ты вот обожрался, и ты целый день такой ходишь. То есть у тебя отдых. Я привыкла налегке ходить. А тут вот прям, не знаю, аж тяжело было дышать. Ну, не так, что прям я не обжиралась. Но вот из-за того, что часто, и из-за того, что мне не было голодных вот этих промежутков, это как, ну, в общем, мне это не нравится. Так я не согласна. Питаться, блин, в общем, надо пересматривать. Ну, буду учиться. Вот на самом деле так оно и есть. Худеть я научилась. Теперь надо научиться стабилизировать свой вес, но без потерь. Вот. Без растянутого желудка, без вот этого, получается, обжорства целый день, да, каждые 2 часа. Это ненормально, я считаю. В общем, будем думать, будем пробовать. Ух, девочки, я после тренировки, после душа только что. Поджилки трясутся. Капец просто. Не ожидала, что прям так будет. Тренировки раньше у меня были круговые, а сейчас именно закачиваю мышцы. В общем, все по-другому. И руки трясутся, ноги трясутся. В общем, восполнить энергию по-быстрому помогут углеводы, да? Здесь 2 вида груш. Общая масса 300 грамм. 150 грамм творога. Белок это у нас, да, для восстановления и для построения нашего организма, мышц также. 150 грамм творога и 40 грамм сметаны. Всем приятного аппетита, кто кушает.
Ну что, показываю вам свои шаги. Кто сегодня молодец? Я сегодня сама себя удивила, конечно. 16 тысяч шагов. 11,5 километров. И сожгла 450 калорий. Если еще учесть, что у меня была тренировка, а во время тренировки, ну, час, полчаса там разминка, полчаса прям очень активная тренировка, ну, это еще калорий 300, это минимум, да? И в сумме получается, я больше половины того, что наела, я все сожгла. Вот как-то так. Это вообще отлично. Гуляла сегодня просто, видите, двойная прогулка утром, ну, на то, что я не рассчитывала столько пройти. И плюс без собак полчаса. Вот это очень много. Я без них прохожу в 2-3 раза больше расстояния, чем с ними. Но с ними тоже надо гулять, никуда не денешься. Ух, девочки, пришли с прогулки, голодные, голодные, голодные. Сегодня погуляла с собаками полчаса, и полчаса ушла сама. Прям хотелось быстро-быстро ходить, с музыкой в ушах, вообще классно. В общем, у меня здесь 150 грамм филе бедра куриного, овощей 150 грамм. Это овощи выделили сок. Кушаю, голодная, не могу, прям ужасно голодная. Всем приятного аппетита, кто кушает. Собаки у меня тоже вот ужинают, хрустит вон капусткой. Видите? А тут уже все слопал. Ну, толстяк, он быстро ест. Это все ему выделывается, выбирает. Ну, вот как-то так. И я быстрее кушать. Девочки, забыла сказать, что здесь еще одно яйцо. Вот. Яйцо, филе бедра и овощи. Помидорка и капуста пекинская, тушеные. Девочки, мой последний ужин. Я теперь решила совместить. Здесь 150 грамм творога, 30 грамм сметаны и 30 грамм орехов. Орехи я, кстати, в микроволновке немного обжарила. И кружка кофе с молоком, молока 60 миллилитров. Сейчас раз тренировки начались. Обязательно должен быть белковый ужин. Хотела кушать вообще сегодня борщ, я на ужин. Но муж сказал, лучше белок. Поэтому вот такой вот ужин у меня. Думаю, это будет офигенно вкусно. В общем, сегодня, смотрите, за счет того, что я добавила на утро рыбку, да, она очень калорийная была. Что там у меня еще было? Яйца, да, сегодня были с мясом и с овощами. Ну, в общем, получается у меня по порции как бы то же самое, что не более 400 грамм порция. И 5 раз я поела, а не как вчера 7, то, что меня прям вывело из себя. Вот. За счет того, что 5 раз удалось покушать, а не больше, потому что у меня более калорийные блюда были, но не превышая порцию. Вот так вот. Ну, то есть вес порции. Вот так вот буду добавлять, в общем, калорийность, не добавляя объем, либо вес порции, да, и не добавляя количество приемов пищи, потому что кушать каждые 2 часа, ну, это капец, это чересчур, я с этим вообще не согласна, у меня вчера, вот, честно, была до слез, вот, чуть ли не истерика, я уже и про себя думаю, что это такое, как анорексичка какая-то, вот, ну, не знаю, я говорю, мне до слез просто, полный живот, целый день, слишком это все часто, мне весь день тяжело. Вот, а сегодня попробовала вот так, и мне это понравилось. Так что буду больше сметанки добавлять, например, да, чтобы калорий было больше. И яйца надо не забывать, там хотя бы раз в день кушать. Они тоже довольно калорийные, да. Яйца, мясо вот в один присест, и уже калорий побольше. Вот, и надо закупиться, наверное, рыбкой, почаще кушать рыбку. Потому что она тоже более калорийная, если хоть немного жирная, так вот. Так, шаги я вам уже показала. Я сегодня молодец. Ну и все, на сегодня все. Спасибо вам большое за просмотры. Вот так вот меняется мое питание. В принципе, не особо-то и меняется. Но 300 калорий сверху, это для меня довольно много. Но сегодня я справилась без потерь. Без истерик, без слез и без постоянного чувства распирающего, ну, вот, живота, желудка. Чему я очень рада. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.